Еще один из классических вариантов для вставления плеча в удар – это использование грифа или палки. Ложим на плечи, кто может, кто не может, ложим на локтевые сгибы. Если вес большой, то используем какие-то прокладки, чтобы не травмировать этот участок. Например, футы подойдут. Итак, взяли, закрепили и стоя на месте начинаем плечом толкать, делать вращение. Работаем, опять же, на осях. Одна, вторая, на месте. То же самое можно делать в движении. Вперед, назад. Не стремитесь за большим весом, будете делать резко, не проконтролируйте, можно очень серьезно травмировать поясничный отдел позвоночника. И то же самое мы можем уже в вариантах комбинации. Например, чек-хук. Вернулись. Или, например, уклон и с отшагом удар. В другую сторону. Уклон, удар. Очень аккуратно, с полным контролем работаем, когда большой вес. Поработав с большим весом, можем взять деревянную палку или пустой гриф. Ложим таким же образом, прижимаем к себе. И здесь уже работаем в более высоком темпе. Как в движении, в стоечках, чек-рук, уклон боковой в другую сторону. Ищем уже здесь, плечи зафиксированы и более взрывная работа. Совмещайте, ищите, пробуйте.